На заседании членов Евразийского экономического союза в Казахстане, участниками которого были Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизстан. В качестве наблюдателей приглашены лидеры Молдовы и Таджикистана. Орденом первого президента Казахстана были награждены Россия, Беларусь и глава Киргизстана. А вот представитель Армении не был удостоен награды. Он покинул саммит сразу после деловой части. Позже, конечно же, Пашинян постарался выкрутиться из этой ситуации. Он постарался опровергнуть слухи, что он, якобы, не обиделся. Что ему, в отличие от других глав, не дали госнаграду Казахстана. Правда, Пашинян упустил тот факт, что представитель Киргизстана занял свою должность всего на полгода раньше Пашиняна. Ответ Пашиняна неубедителен, потому что награды не были приурочены к юбилею этой организации и чествовали страну, а не лидеров. Вероятно, что Пашиняну припомнили тот период, когда он, будучи в оппозиции ИИ, выступал против вступления Армении в эту организацию. А теперь он поет другую арию, то есть решил приспособиться к ситуации.